Молодежь и выборы. Чтобы потенциальным избирателям все было понятно по поводу электоральной кампании, Союз молодежи делает многое. В числе последних мероприятий – интеллектуальный квиз. Это хорошая форма не только для того, чтобы проявить находчивость и смекалку, но и чтобы заполнить пробелы в знаниях. Все проходило в Брестском государственном техническом университете. Здесь собралось порядка 150 студентов, а также учащихся, достигших 18-летнего возраста и обладающих избирательным правом. Раскрываем тематику и выборной кампании, и тематику деятельности парламента Республики Беларусь, не только. Вот. Мне кажется, что отдать свой голос молодому человеку – это очень важно. Это происходит впервые, ведь им исполнилось 18 лет, и им необходимо, так сказать, поучаствовать в политической жизни страны. Сколько ветвей власти в Беларуси, из каких палат состоит белорусский парламент? Юношам и девушкам пришлось ответить на многие общественно-политические вопросы. Молодые люди не только проявляли эрудицию, но и смогли разобраться в деталях важного для страны события. Конечно, такая кампания в первую очередь рассчитана на тех, кто будет делать выбор впервые. В общежитиях нашего университета эта тема кипит, потому что на самом деле очень грандиозное мероприятие, но на всю страну это не местные советы мы выбираем, это все-таки выбираем людей, которые идут в органы уже Республики Беларусь, в Минск. Поэтому я думаю, что да. И те люди, которые находятся даже в общежитиях, они все время спрашивают, когда там выборы. Может, даже совсем не каждый знает, когда, какой день, но я думаю, они придут и сделают свой выбор обязательно. Молодежь всегда должна быть неравнодушна к своей стране, в первую очередь, потому что мы молодое, потрясающее поколение, которое, в принципе, должно строить свою будущую страну. Очень важно, чтобы граждане нашей страны исполняли свой гражданский долг, и молодые граждане должны принять участие в важнейшем политическом событии. К слову, на этом мероприятии БРСМ не завершит свою активность. Молодежные лидеры на протяжении этой недели будут использовать и другие формы работы с подрастающим поколением.